болеть. Это могут быть и вот такие вот приборы для продавливания точек, да, вот пошире, поострее, поблаже. Это стрессовый прием. Расческа вот такая и мягкая. Если слабо делать, ты ничего не поймешь. И мышцы не отпустишь. Да, ты ему по голове сейчас стрессовый. А вот еще. В общем, друзья, у нас все способы хороши. И палочки. Вот такие бамбуки с опущенным веществом, и расчески, и вот такие вот молекулы, и тайские палочки. Вот такие вот, в общем, все используем в работе. Продавливаем точки, акупунктурные точки, продавливаем палочки. Всему этому обучает Олег Лавгудин, это ваш уважаемый слуга, на своих тренингах. Поэтому с вас подписка и записывайтесь ко мне на обучение. Олег, до вечера не закончил. Кто-то его сделает, вот это удлинение. Удлинение. Нет, надо еще, может быть, вот этим, может быть, этим тоже можно, да. В общем, у нас все способы хороши.